Известный экономический журнал The Economist выдвинул вопрос криптовалют почти 30 лет назад. Эксперты считают, что в издании The Economist 1988 года идет речь о биткоине, так как на его обложке изображен орел, который стоит на горящих банкнотах и держит монету, на которой выгравирован 2018 год. Биткоин постепенно набирает популярность во всем мире. Особенно часто им заменяют слабые валюты в странах с высокой инфляцией. На обложке издания 1988 года написано: «Будьте готовы к мировой валюте», что может означать, что криптовалюты вскоре займут место национальных валют. И согласно пророчеству, 2018 год станет важным годом.